Hello my friends and welcome. This video is going to show us a tank battle between Russia and Ukraine. One single Russia tank against two Ukraine tanks and five Max Pro armored vehicles. Let's watch. Поехала, поехала техника. Наблюдаю, поехали. Два танка, четыре бро, пять бронемашин. По 124 точке на 144 идет 8 единиц техники. А у нас там один Алеша. Запорт, видишь технику в поле. Скажи, пусть АГС накрывает туда эту железоку, похуй. Хорошо, что-то въебали, Въебало, задымился. Нет, въебали первую. Ну что-то прилетело в танк. В Укропский, блядь. Бля, отъезжай, братан, ну нахуй ты стоишь там, а? Куда он едет, блядь? Блядь, ебать, накрыли нахуй. Четыре техники сразу, прям, ай, блядь, я ж пизжу, как... Ты видишь, а? Блять, и танк хорошо поклал. Молодец, сука. Блять, ебать он рекс, сука. Просто пизда. Еба, башня нахуй отлетела у пидораца ебаного. Пусть поддерживают нашу, еще ЦВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк в танке отлетел, Укропский. Пусть прикрывают. Проси сапог АГС еще есть, пусть туда... Второй танк нахуй разлетел в Укропске! Минус два танка у них! Еще, ой, бля, хорошо нахуй, пизда им, все, им пизда! Скажи, наблюдаю... Блядь, охуен! И у меня ж мурашки, ты там пизда им нахуй. О, и у меня ж сука трясет нахуй. Бля, где пацан наш, ебаный урод? Вот. Блять, он еще стоит, сука, ебать он. Герой России нахуй будет в натуре. Где парень наш? Он обратно едет нахуй с поддержкой. А где эти три танка нахуй? Да, я ебать вообще конченый нахуй. Он там на адреналине сидит. Где он? Вот здесь он, блядь. Где? Вон он заехал. Thank you for watching and please subscribe. Goodbye.